study for us after that. Объектив купить. Да. Что видно? Ты вот тут села, а там вот снимаешь.
заходите и заходите внутрь. Вот так вот вниз туда вот спустись, вот куда люди идут, и там будет. Ты заснял это? Нет, тебя не ищу. Так, это вчерашний день. А в Pocket 3, наверное, еще лучше будет. Я в Pocket 3. И я тут. У него 70-200, 2,8. Там нет стабилизации. Есть. В новом есть. В старом нету. Их две модели. Ой, вернее, в 4.0 нету. Вернее, есть стабилизация, но 4.0 диафрагма. Но плохой автофокус. А в новой версии 70-200 2,8 там. И хороший автофокус. Давай подойдем. Еще подойдем? Понятно. Сегодня, да, погода вот сейчас распогодилась, да, хорошая? Мне нравится. Там, там. Окуня там поймали. Разворачивается.
Давай прям туда дойдем, там же тоже есть Макдональдс. Пошли. А там потом Макдональдс выйдем. Там это же метро, как его. Таганка? Нет, на эту, Третьяковск, сюда вот повернем. Выйдем. И там метро, это Макдональдс. И прям. Не-не, не Третьяковская, а это тут вот, метро находится. И мы прям через Лубянку пройдем на эту улицу. Пойдем, пойдем. Да. Следующий кадр. Следующий. Ну у тебя, видишь, с каждым днем все лучше и лучше получается. Надо каждый день ходить. Кстати, вот как документальный фильм можно потом из этого собрать. Thank you.
лучше по той стороне пойти, тут переход плохой.
какой-то Макдональдс должен быть. Посмотри по телефону. Макдональдс. Или KFC тут. Сейчас спойдем. Thank you.
поехала.